«Ураган» – одна из научных программ, реализуемых на борту российского сегмента МКС с первых дней полета станции. Сегодня «Ураган» по-прежнему важная часть научной программы наблюдения за Землей, цель которой – определение требований к наземно-космической системе предупреждения о катастрофах и снижение причиняемого ими ущерба. Для изучения природных ресурсов Земли и мониторинга природных и антропогенных катастроф используются возможности цифровой фотографии и фотоспектрометрии. Исследования ориентированы на практическую отдачу в реальном времени. Изображения земной поверхности с борта МКС могут использоваться государственными ведомствами, учеными, другими специалистами для определения воздействия на окружающую среду природных или техногенных катастроф – землетрясений, извержений вулканов, лавин и селей, наводнений, пожаров, ураганов, аварий трубопроводов, авиационных катастроф. Развитие программы связано с использованием дополнительного оборудования для наблюдений в СВЧ-диапазоне, инфракрасном и ультрафиолетовом участках спектра. Кроме того, разрабатываются математические модели для исследования катастрофических явлений. МКС – удобная космическая платформа для наблюдения за Землей. Она дает возможность выполнить летную отработку целевого оборудования, программного обеспечения и методов наблюдений. В дальнейшем все это может быть использовано на специализированных автоматических космических аппаратах дистанционного зондирования Земли.